чудовищно красиво. В Чувашии полным ходом идут съемки фильма ужасов, хоррора «Вубр». Бесстрашная Неля Юрявичус смело шагнула за кулисы. Старый заброшенный клуб, длинные коридоры, черные стены, везде паутина. Здесь бродит вубар, чувашский бабайка, только более агрессивный и злой. Русских мальчиков и девочек пугали волчком, который укусит за бочок. Чувашских деток за плохое поведение чудовище задушит. Легенды оживают в объективе киношников. Миф становится реальным. Миф принимает любую форму. Из чадии ада сегодня длинноволосая брюнетка модельной внешности. И у нас настолько интересная, и для меня удивило, что интересна богатая вообще фактурная мифология с такими и персонажами, и с такими сюжетами, и с такими вот мировоззренческими вопросами. Мне хотелось это отобразить. Чувашский сюжет интересен, то, что вубр, он еще ведь луну кушает. То есть вот это уже весь убывающая луна, это вубр. Специально ходил, изучал различные локации, то есть по разным деревням, да, то есть это смотрел разные клубы. Клубы вот здесь вот сейчас вот, это у нас здесь Чебоксар в Протопопихе мы нашли. Вот так вот здесь тоже будет одна из сцен это происходить в этой комнате. Алена с виду обычная девушка. Ее обаяние обманчиво, ведь в ней таится сущее зло, много веков нагоняющее ужас на людей. Она выходит на охоту, но не только за вашими сердцами, но и за жизнями. Это фильм о древних мистических силах, чувашских легенд. Я одна из этих сил. Есть что-то такое вот, ну, магическое. Ну, вот я верю в это магическое, но больше, наверное, я играю злую силу, но больше в добрую. Что вот это какая-то магия мне помогает. И здесь тоже поможет. Действительно странно. Давайте зайдем в ДК. Может быть, нам удастся что-нибудь выяснить. А я вам все покажу. На съемочной площадке всего лишь трое, и все они увлечены одной целью – сделать качественное кино. На вопрос, где же остальные герои короткометражки, режиссер отвечает шутя. Всех остальных она еще вчера съела. Так и живет, заманила и съела. Взяла для себя образы из многих фильмов ужасов, которые я сама смотрела, где красивая девушка предстает в роли нечистой силы, которая с виду красивая и привлекает, и вызывает доверие, но на самом деле внутри таится что-то страшное. И это было для меня таким прототипом. По образу она перевоплощается в очень красивую девушку, чтобы ей было легче своих жертв заманивать. Съемки продлятся до августа, а уже осенью зрители смогут увидеть премьеру фильма. Финал обещает быть непредсказуемым, как и сам Вубр. Нелли Юряевичец, Сергей Емельянов, Республика.